Здравствуйте, с вами я, Олег Попов, и наш проект Рок-Туса. И сейчас мы берем интервью у лидера группы 7B Ивана Демьяна. Здравствуйте, Иван. Да, привет. Иван, как вам мероприятие, потому что вы выступаете последними, как хедлайнеры, я так понимаю, вот. Ну, я скажу так, как у меня такой журналист Олег Попов берет такое интервью, это как в цирке называется. Очень весело, позитивно и хорошо. Главное, такая хорошая позитивная энергетика. И самое главное, очень самая чистая настоящая природа. Пока еще не ваулирована вот этой цивилизацией, не построена здесь хаосов, там пентхаусов и так далее, куча там асфальта. Здесь чистый песок, это карьер, и два родника бьют в этом озере. Остальное все очень аккуратненько построено, как для людей. Палаточки разложились, уехали, за собой мусор, главное, не оставили. И замечательно, но здесь самое лучшее место для обмена энергетикой. Поставили сцену прямо у воды, где бьют родники. Я думаю, кто сегодня сюда не приехал, поймет, что о чем-то когда-нибудь, ну, что пожалел о времени своем и так далее, не приехать сюда. Хотя лето и хорошая погода, мы сегодня разогнали все тучи, но самое замечательное еще ждет впереди, так как впереди наш сет. И ждем всех, я надеюсь, этот такой... такая рок-туса будет не последний раз, и я уверен, где я бываю, это не первый раз замечено, после этого бывают традиционные ежегодные фестивали, вечеринки там и так далее. Поэтому я желаю этому мероприятию всегда только расти и так далее. Ну, главное, чтобы здесь без строек. Если это начнут опять застраивать большими городами здесь, это опять все погибнет. Я понял. Какие-то хиты, вот ваш известный хит, будет сейчас исполняться? Ну, сегодня будут самые замечательные хиты из первых и последних. И все лучшее для всех. И бывает, программа на ходу меняется. Я смотрю по аудитории, кто что хочет. И практически там, как этот, как называется, когда компании друг у друга выигрывают, Ну, выигрывают место для рекламы, выигрывают место для еще для чего-то. Как называется? Тендер. Тендер. И у нас также трек-лист и аудитория с нами. И какая-то аудитория выигрывает тендер на какую-то песню. Они сами ее выбирают, и кто больше я что-то вот кричит, и я понимаю, что тендер выиграли на какую-то песню. Она даже не включена в трек-лист, но она может прозвучать, и я сразу объявляю, и мы поехали. Отлично. Я понял, какие-то выступления у вас предвидятся, другие, вот, по городам России, тур какой-то, может быть? Конечно, мы все, весь этот год вообще не вылазим, отмечаем 11-летие команды, выпустили пару новых синглов, именно, выпустили целый сингл из трех песен, пока к новому альбому, это «Фанат», «Моя любовь» и «Черный друг». Готовится альбом к 2013 году, но вот с этой вот позиции, когда мы это объявили, буквально успеваешь иногда просто слегка вздремнуть в будние дни, чтобы опять на выходные в четверга и по понедельник ездить по всем городам. Недавно вернулись из Крыма, Санкт-Петербурга, самый последний вот мой визит в эти выходные. Было несколько концертов и большой фестиваль «Живой». И, не считая уже нашествий там всех летних, отсюда отправляемся буквально через неделю в Белоруссию, играем большой, очень большой фестиваль сет и также закрываем его. И впереди нас ждет Екатеринбург с большим фестивалем, все уже знают, самым скандальным, где там народ какой-то сбитыми ходил, в этом году вроде как бы его разрешили, пропустя год. Ну вот такие вот, не считая еще мелких каких-то таких клубных или чисто частных мероприятий. Работаем, и не то чтобы я сказал бы это, работаем, в общем, живем в полную силу, раздавая свое творчество всем, кому это необходимо. А это необходимо всем, потому что чувствуют в нашей творчестве очень хорошую, мощную энергетику. Заряжаются все и ждут, говорят, хватает настолько, прям ждем, и у всех есть терпение ждать нас до следующего раза. Я думаю, сегодня все также убедятся, что это просто не слова. Спасибо, спасибо. Иван Демьян с нами был, группа 7B. Удачно вам выступить, на самом деле. Да, спасибо. Ну, удача ваша нас всегда пригодится. Не, ну я... Рок жив.